на конкурс «Дети читают стихи» для Лабиринт.ру. Читает Кисли Кирилл, 10 лет, город Сургут. Роберт Рождественский. Концерт. 40 трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и маркие. Шепчет старая нянечка: «Господи, да чего же артисты маленькие?» Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них, с балалайками, с мандолинами и большими пачками книг. Что в программе? В программе чтения, пара песен военных, правильных. Мы, палата тяжелораненых, ходим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою под Ельней, на себя принявший огонь. На пришельца глядит он весело. И другой, добровей забинтован, капитан, таранивший мессера 3 недели назад над Ростовом. Мы вошли, мы стоим в молчании. Друг срывающимся фальцетом абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта. А за ним, не вполне совершенно, но вовсю запевали, внимая, а народной поем, а священной, так, как мы ее понимаем. Не Чапаев сражается заново, краснозвездные мчатся танки, не шагают наши в атаке, а фашисты падают замертво. Мне чужое железо плавится, мне и смерть отступать должна. Если честно признаться, нравится нам такая война. Мы поем. Только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите, постойте, хлопчики, погодите, умер майор. Балалайка всплеснула горестно, торопливо, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в том 40-м году.